На улице плюс 2. На легкоатлетах трусы и шапки. Одновременно бегуны разминаются и греются. Настало время отстаивать честь своей школы. Начался летний сезон. Легкая атлетика в школах везде. Четвертая четверть – это легкая атлетика. А погода – это не от нас, от Бога. Будем надеяться, что все нормально. Температура плюсовая уже. 310 участников из школ города и сел бежали в этот день. Выявить самых быстрых понадобилось именно сейчас, чтобы успеть сформировать и подготовить сборную округа к краевому первенству. Пробовал свои силы и самый маленький воспитанник ДЮСШ Марк Гончарук. Мне было тяжело, потому что мои соперники были очень большие и сильные. Вот эти парни в красных куртках – команда Суворовского училища. Они опытные легкоатлеты, так как ежедневная физподготовка – часть их военной жизни. Только вот соревноваться за медали не получилось. Нас в школу не пускают, потому что мы в незачетнике, как говорится, приезжаем сюда, ну, чтобы посоревноваться, потому что готовимся к спартакиаде, которая будет проходить в Санкт-Петербурге в мае месяце. Проходили соревнования в трех возрастных группах. Среди девушек лучшими стали Софья Стуканова, Алина Кондакова и Светлана Ткаченко. У мальчиков первыми на финише оказались Слава Шебекин, Михаил Климов и Сергей Шумин. А в суммарном зачете самые быстрые бегуны учатся в 32-й, 25-й, 14-й и 130-й школах.